делать, что делать? Капец, все, съели, блин, съели и съели. Вот дела, блин, а. Еще разочек надо попробовать. Офигеть, короче, нифига себе, вот это номер. Оказался я опять вот здесь, непонятно где, блин. Так, еще раз отмечаем на карте. Ох, блин, а. Непорядок. Ты зачистила пещеру? Там безопасно? Еще нет, но я справлюсь. Еще нет, блин. Совсем мне это не нравится. Надо канистры взять, наверное. Есть еще с бензином канистры, которые... Эти банки, блин, тяжело попадать. О, есть канистры. Тут заставляли работать людей Якова. Есть контакт, есть. Еще один. Вот так вот, шкура есть. Дальше. Интересно, интересно, как вы будете стрелять. Куда надо идти? Крутился, крутился, ну вот он. Кричала как-нибудь их вызвать оттуда. Тут хоть кричи, хоть не кричи, короче, сейчас все попрут, надо бежать, блин. Вот, блин, так, что делать? Что делать, что делать? Технично как-то.
вот они. Так, так. А, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, теперь что? Я не понял. Дальше что? Зачищено, да, ну нафиг, вот это да. Хорошо. Сейчас пойдем ему скажем там. Все в порядке. Интересно. Тут кусты как проходить вообще? Радуем дядьку-то. Смело возвращается. Напрёкся, напрёкся чуть-чуть собрать. Так. Кажется, мы сразу налево идти. Что-то ходил вокруг. Зато посмотрели, что где находится. Ты зачистил пещеру? Там безопасно? Конечно. В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. Спасибо. Вот, возьми. Яков велел тебя оберегать, но оберегать нужно было явно не тебя. Прицелы для пистолетов получили, отлично. Так, теперь что нам нужно? С монетами. Базовый лагерь. Вот так сюда сейчас попадем. Потом. Базовый лагерь. Забили теперь базу лагерь нужно.
Советские солдаты. Так обсматривать тоже места все лежит, чтобы не так тупо проходить, вот так же с интересом. Да просто проходишь. Все эти потайные местечки есть у них. Что это такое здесь вообще? Здесь мы где были еще? Блин, а как шкуру-то возьмем? Офигеть, он утонул, походу. Шкуру мы вряд ли возьмем теперь. Или возьмем? Так, а потом как залезть? Это будет проблематично, как я понял. Ладно. Зря застрелил. Отце каждый день. Многие годы я винила его в том, что он жил лишь работой и оставил меня одну. В какой-то мере я все еще корю себя, что оттолкнула его. Я твержу себе, что была юна и не понимала его. Так или иначе, он умер. А теперь почему-то чувствую, он ближе мне, чем был при жизни. Ему не удалось многого добиться. Но я знаю, что он со мной. Чувствую, что он рядом. Святой Источник здесь, и я ищу его. Он знал, что Источник изменит представление о людских душах. Изменит мир. Но отца больше нет. Так, винтовочка у нас. С одеждой проблема, конечно. Я не собрал, короче, походу, что нужно. Ладно, пусть так пока ходит. Так, ну все, сейчас пойдем дальше.